Перископ майки.орг. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Каждый знает, что тогда я был единственной лошадью, что не подавилась овсом. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Вибрация антихайпа в ваш дом. Телегония. Все эти вещи означают что-то для Децела. Для нас они не значат ровным счетом ничего. Так что здравствуйте, я представляю антихайп. Букер Дифред не представляет антихайп, поэтому если он где-то будет заявлять, что он представитель антихайпа, не верьте ему, он врет вам в глаза, друзья. Представляет антихайп Витя СД. В мире стримеров на дне интернета с уродами антихайп представляет Виктор СД. В мире высшем, в мире идей антихайп представляет Андрей Замай. А в этом, да, прозаическом таком мире русской культуры антихайп представляет Слава КПСС антихайп. Друзья, здравствуйте. Посторонняя РИП, да, посторонняя умерла, теперь мы предельно откровенны и честны, я могу ответить на любой вопрос, если вас интересуют какие-то подробности из анатомии, может быть, там, состояние моих ушных каналов, это все искренне и честно. Когда аниме будешь смотреть? Скоро, друзья, мне нужно сначала приобрести комплюктер, чтобы веб-камеру и прочие там прелести, чтобы можно было стримить, потому что сейчас у меня нет даже ноутбука, я не могу даже включить бит, чтобы задорно фристайлить в инстаграм трансляции, да. Так что скоро будем смотреть аниме, мне уже написал Ласка, он предлагает такую клевую идею, совместный стрим. Три иконы русского стриминга, то есть Илья Мэндисон, Ласка и Слава КПСС будут смотреть аниме One Piece, возможно, Тетрадь Смерти, еще какие-то тайтлы. Ну, я жду от вас по-прежнему предложения, если у вас есть какие-то идеи, то пишите, пишите. Хочешь длинные волосы? Я хочу бороду, как у парня из Топ Хам, но моя борода почему-то не такая шикарная. Если есть какие-то такие мази, да, чтобы волосы лучше росли, я, конечно, тоже буду благодарочку там на бартере, можно поработать, вы мне мазь, а я буду в сторис, да, демонстрируя свою бороду, также рекламировать вашу мазьку. Здравствуйте, друзья, да ну нахуй, да ну нахуй. Так, аниме Сила, Спорт, Могила, ебой, да. Легендарная эпоха стримов грядет, но надо сначала приобрести компьютер. Может быть, кто-то по бартеру мне уделит компьютер, да. Я готов в стримах рекламировать, говорить постоянно, посмотрите, какой клевый компьютер, это чудо техники. Так. Славик, когда ты будешь батлить с Пемом, говори, блядь, ебаный в рот, алло, сука. Когда батл с Пемом? Так. Прррр. Пу-пу, ту-ту-ту. Друзья, эпоха стримов грядет. Каждый из нас представляет свой народ. И если вы представляете Узбекистан, то я накидаю вам прям как Узбекистан. Здравствуйте. Биг Бэби Прилепин. Ту-ту, пу-пу-пу. Я взял твой Славянск. Я стреляю. Град. Да, друзья, я представитель антихайпа. Это очень важно, потому что все антихайповцы, рэперы с ТикТока. Поколение ТикТок-рэперов грядет, друзья. Только стримы и ТикТок. Привет из Приморья. Привет в Приморье, друзья. Так, когда выйдет ебаный батл с ДК? Очень скоро, ты не успеешь моргнуть, как он будет на твоем экране. Вот я жду, когда Макс мне пришлет посмотреть что-нибудь интересное. Но, покуда я человек, у меня нет возможности. Слава шикарен, да, Слава шикарен, это правда, правда. Так,
Что, друзья, интересные вопросы есть от вас еще? Ахаха. Да, ахаха. Да. Ты рэпер, что ли? Я не пойму, что ведешь себя, как обезьяна. Хороший вопрос. Так. Привет из Кирова, привет в Киров. Так, гражданка, привет. Всем привет, Донбасс. Донбасс, самый большой привет летит в виде большого пакета гуманитарной помощи. Так, а Букер же антихайп? Нет, друзья, это заблуждение. Букер не в антихайпе. Если Букер где-то в барах на Думской вам рассказывает про то, что типа... я из антихайпа, пойдем ко мне. Не слушайте, не слушайте. Если вам 12-13, то вы входите как раз вот в эту группу риска, друзья. Так что будьте аккуратны с половыми сношениями, а особенно со своими волосами. Потому что если испортишь краской, то потом уже будет трудно добиться вот такой шелковистости, как у меня. Я использую бобровую струю. И, как видите, выгляжу, блядь, великолепно. Я сияю, а это слепит. Здорово с Донбасса. Донбасс, привет всем пацанам с Донбасса. Бау, летит плотная. Плотная мама. Так, даю установку. Слава Цицерон, слава Цицермейстер, слава Почтаймейстер. Он управляет вашими жизнями, словно я король еврейства, то есть еврейская королева Оксана. Нет, ты хочешь знать правду, но правда всегда убегала. Она как радужный кролик, но только нос твой видит, что этот запах издает Циридий. Да, эти рифмы рождаются гением. Так. Разъеб аниме. Будет цепь антихайп. Цепь антихайп уже есть, друзья. Так, кисешь-писешь, кисешь-писешь. Это дьявольская сущность, друзья мои. Не стоит заигрывать с кисешем-писешем. Послушайте меня. Кисешь-писешь, он проникает в твою голову. Понимаете? Понимаете, блядь, нет? Если вы не понимаете этого, то кисешь-писешь придет, блядь, и у вас будут такие галюны. Да. Кисешь-писешь, это ебаная... космическая тварь, которая просто изменяет саму структуру, да, вашего восприятия реальности. Мощная, психотропная, галлюциногенная тварь из потустороннего мира. Кисешь, писешь, вы знаете это. Так, друзья, что с Букером? Букер умер. Так, говорят, что ежемесячные. Нет. Зачитай быстро. Нет. Так, привет из Хабаровска. Хабаровск, привет. Почему ты одел очки? У тебя случайно глаза не треугольные? Нет, есть масса фотографий, на которых видно, что у меня не треугольные глаза, друзья. Не стоит даже... Ладно. Не стоит. Реально, не стоит затрагивать эту тему. Скоро вместе со стримером Лаской мы взъебем русский YouTube. Почему YouTube? Да потому что я безумец, у меня в руках трезубец, я кромсаю собак, словно куриц. Да ты знаешь правду, я с той улицы, где растут баобабы. Ты пытаешься вынести меня, но ты скорее баба-бабы. Да, ты принадлежишь бабе, и это понятно сразу. Ведь ты не из Владикавказа, видел твои зрачки, они напоминают будильники. Звонят каждый раз, когда ты видишь нетривиальный стих, славен безумный стих. Ты знаешь правду, но правда ускользает сразу, ведь я как колючка на спине дикобраза, а ты как высший разум, который пытается раскрыть тайну. Я пришел к тебе домой и показал пальцы. Да. Так. В Украине так ценят твое творчество. Да, братья украинцы, я тоже ценю вашу великую страну и культуру. Так. Почему третий оверхайп настолько слабее второго оверхайпа? Это неправда. Мне третий больше всего нравится. Так. Наконец-то реклама шампуньки. Геннадий Вальдерберг. Я не знаю, кто такой Геннадий Вальдерберг, но я знаю, кто такой Марк Цукерберг. Сука! Извините, друзья. У меня просто почечная недостаточность. Это сказывается. Так. А батл с Ваней за Майем раньше или позже выйдет? Не знаешь? Выйдет позже, да.
Сколько ты весишь? Больше 400 парсеков. Так, нахуй слушать Джубили. Я будто умер. И читаю рэп, словно куриный стих. Ты знаешь, что курицы и в подполье живут. А я не знаю той истины, что эти кони несут. Ты много говорил мне про зверей, особенно про свиней. Но я знаю правду. Я здесь про то и рей. Ведь все мои слова попадают в уши той белки, что знает, где есть орехи, скорлупки. И все девки. Кстати, блять, вы не думали, почему ебаная белка там грызет эти алмазные орехи? Я не понимаю. Это необъяснимо, друзья. Откуда у белки могут быть золотые алмазные орехи? Это ненормально. Почему на этом моменте не преобразуется ваше сознание? Почему в этот момент вы не думаете, да черт возьми, все не так, как мне казалось до 12? Так, твое мнение про Playblack и Raymina. Playblack и Raymin мои братья. Мы с ними немало выпили медовухи, там, ну, около 4 литров на троих. Это, я думаю, немало. Ну, они любят, на самом деле, Playblack и Raymin в жизни, они совсем другие пацаны. Они любят, ну, нормально, там, угореть по дичи. То есть, мы, например, идем по Невскому проспекту, Playblack под... Катывает к бомжу, говорит, братан, гососаться, блядь. Ему вообще похуй. А Raymin просто битой, блядь, битой расхуяривал какую-то маленькую девочку. Жесткие пацаны на самом деле. Я с ними потусил пару раз, как бы, около 4 литров медовухи. Только так улетает. Ну, в мой бюджет не укладывается. Поэтому, когда будут какие-то серьезные деньги, тогда я, может, и затусую с этими пацанами. Но они реально жесткие, блядь, их вообще все боятся, как бы. Поэтому пацаны из Киргизии, типа, стебутся над этим, что не такие вы крутые. Но пацаны реально жесткие. Так, коняга. Как попасть в антихайп, коняга? Коняга. Респект, коняга, блядь. Так, коняга. Ой, вот это было хорошо про конягу. Коняга, блядь. Ой. Ну что, друзья, какие интересные темы, может быть, у вас там на выходных что-то приключилось, и вы хотите об этом поведать, давайте, наш ТВ-чат работает с 9 до 9 вечера. Биг Бэби Прилепин, ну, мне на самом деле, я с Биг Бэби Прилепиным особо не общаюсь, как бы, тоже такой человек, ну, крайне радикальный, вот, уезжал на Донбасс, там, 4 года провел, сейчас вернулся и записал вот этот релиз, где-то там он его кропал, там, в окопах, или в этих подвалах, и записал этот релиз. Мы просто, лейбл мой, Лунный Свет, да, мы предоставили возможность для записи, подписали этого артиста, потому что, ну, я прежде всего же бизнесмен, да, как владелец лейбла, и я подумал, что это выстрелит, да, и мы видим, что это выстрелило, да, Overhype 3 собрал меньше лайков, чем альбом этого артиста, но мы будем, наверное, с ним работать. Выбора у нас нет. Продается он, по крайней мере, лучше, чем все, что выходило на нашем лейбле за 4 года. Биг Бэби Прилепин, новая звезда Донбасса, потому что, ну, из Донбасса идет просто покупок iTunes, миллионы, миллионы, ну, да. То есть, это не когда вот говорили, что у LG больше всего прослушиваний, то сейчас они бы могли сказать, что у Биг Бэби Тейпа около миллиарда прослушиваний из Донбасса, но они этого пока говорить, конечно же, не будут. Ну, болезненная тема такая для русского народа. Так. Когда Валентин Дядько начнет ебать рэп? А вот буквально Валентин Дядько уже записал весь материал. Он лежит у меня на студии. Я как доберусь до нее, так скину на сведение. Виктор СД, он пообещал свести,
говорит, что может свести фолк-панк альбом. Посмотрим, как у него это получится, потому что все-таки, ну, настоящая музыка, да, а не просто рэп. Это немножечко сложнее для сведения. И фолк-панк мюзикл, видимо, это будет новое слово в этом жанре, потому что это ирландский фолк-панк, и не так много людей делают это. В России, ну, смешные попытки только рэперов сделать какие-то панк-альбомы, да, рок-альбомы, типа, ой, вот мы рок-звезды. Но никто не пытался сделать настоящий, например, ирландский фолк-панк, только мой, единственный в России альбом будет. Это я словами Валентина Дядьки говорю, конечно. Как тебе клип Джубиль? Клип отличный. Просто пушка. Уже почти по просмотрам догнал Священный Антихайп. Священный Антихайп — отличный клип. Посмотрите клип Священный Антихайп и перекреститесь. Вот это мой вам завет, навет. Как короба. Так. Как тебе группа ОННВ? Группа ОННВ существует до сих пор, друзья. Я даже, ну, она мне не особо понравилась. Но странно, что она еще существует, на самом деле. Потому что я давно про нее ничего не слышал. Так, друзья, тут я пропускаю все комментарии. Тарелка. Так что альбом Валентина Дядьки уже очень скоро. Передаю привет МС Коняге. Когда вернется Соня Мармеладова? Ой, это хороший вопрос, но я думаю, скоро. Просто мы тут с ребятами, да, с моего лейбла собрались все. Валентин Дядька, Соня Мармеладова, я, конечно же, был Гнойный. Думаю, для вас будет сюрпризом то, что был Слава КПСС, а еще даже Воровская Лапа заехал. И мы придумали для вас кое-что очень крутое и постараемся в ближайшее время сделать, друзья. Аскарида, Аскарида вас задушит, Аскарида. Не пытайся стать частицей, не пытайся. Тебя выдает открытый космос, выдает открытый космос. Не пытайся, цок-цок-цок, копыта. Не пытайся, цок-цок-цок, копыта. Топают копыта, убегают одноноги. Знаешь, не забыто, пока война треноги. Против человека чувства, против тебя, против человека, против тебя. Знаешь ли правду, парень, эй, я будто молодой Яникс, эй. Заряжаю сразу две у колбаски. Пу! Эти колбаски дымятся, парень, колбаски дымятся, парень. Заряжаю дымный джоном, колбаски дымятся, парень. Заряжаю две колбаски, дым пошел на нахуй. Настоящий рэпер, будто птаха, пошел нахуй. Это не просто рэпчага, это не просто купчага, это не кукла Чаки, не твой ребенок Чейни. Ты знаешь правду, но я задишу сейчас всех, кто говорит, что не любит группу Кино. Сука, ублюдки, какая еще группа так пиздата байтила Кьюр? Ты не сможешь мне ответить, потому что де юра ты просто проститутошный, тупорылый накур. Да, риминг с твоей бабкой был неплох, но риминг с моим дедом — это просто чудо. Если я заряжаю в себе в трубку горох,
что значит сейчас будет просто чудо. Да, каждый взрыв моей пятки убивает больше 10 ягнят, а каждый взрыв твоей пятки это просто какой-то снаряд, который даже не попадает в мою большую башню. Я называю себя запашный, ведь таких львов, как ты, я здесь ебу и канаю, как пашня. Ты паштет, как Паша Техник. Я паштет, как гусиная печень, да. Ты знаешь правду, которая разрывает эти устои. Я знаю правду, которая нихуяшеньки не стоит. Ведь моя правда в том, чтобы забивать плотный колпак. Называй меня Рэм Дига или называй меня Тупак. Ты можешь называть меня как угодно, ведь это твое, сука, право. Друзья, я вызываю вас на баттл. Передай привет паблику «Слава с чайником на каждый день». Ей! Слава с чайником на каждый день. Слава с чайником на каждый день. Ты тюлень, мне не лень передать привет паблику «Слава с чайником на каждый день». Ведь с чайником каждый день. А, с чайником каждый день. Б, с чайником каждый день. В, с чайником каждый день. Г. Ты знаешь, я буду с чайником каждый день, каждый день. Ты знаешь, с чайником тусуюсь я каждый день у меня нет друзей лучше, чем чайник, чайник. Нет друзей моих лучше, чем чайник, чайник. Посмотри на этот чайник, он охуенный. Посмотри сзади меня, ты увидишь стены. Но еще увидишь чайник, и он пишет 100 крат. Чем твой любимый рэпер, этот чайник будто Сократ. Он знает правду, этот чайник, это бог божество. Он знает правду, этот чайник. Чайник, ты ничтожество, если не любишь мой чайник. Белый охуительный, мой чайник такой, что даже твои, блядь, родители усыновили бы этот охуенный чайник. А знаешь, как называют тебя гражданин начальник? Ты недочайниковое, чайниковое недоподобие. Этот чайник охуенный, а ты убожество. Правда заключается в следующем. Чайник это лучший друг человека. Ты можешь скипятить в нем воду. А можешь просто нассать на чебурека. 13:47, я вызываю тебя на баттл по чайникам. Пошел нахуй, я отказываюсь. Я не буду с тобой баттлить по чайникам. Бля, друзья. Рекомендую вам послушать новый альбом Вокити. Это просто пушка, серьезно. Это пушка. Послушайте новый альбом Вокити, друзья. Вот, тут читают уже рэп в чате. Очень приятно, что вы тоже подсоединились. Так, смотрите. Все так заебало. Ты как реклама на передаче моего любимого канала. И сижу, вижу слева панорама. Блять. Что-то, ну, чат обновляется, не получается читать ваши тексты. Но вы все равно пишите, потому что творчество это единственное, что отличает нас от Густаво Лопеса. Чейни теперь стал мародером. Ребята, Чейни стал мародером. Аккуратно. Аккуратнее с этим дерьмом. Это дерьмо реально. Как говорит Asics1. Ебой. Друзья, вас заебала реклама, меня заебала Клара. Клара. Клара, ты здесь? Нет, друзья, тут нет никакой Клары. Вы опять повелись. Но это не постороннее, это обычное наебалово, друзья. Так. Когда новый альбом Генри Кев? Тоже хотелось бы знать. Я думаю, что скоро. Гена обещал, что в этом году выпустит альбом, если вы ему накинете нормально... лайков. Так, вас интересует, как дела у мочевого камня?
Друзья, кто-нибудь из нас знает за мочевого камня, пожалуйста. Не говорите, что вы знаете за коловрат, за руны. Это меня не интересует. Кто-нибудь из вас знает за мочевого камня? Кто из вас знает за мочевого камня? Никто, да? Друзья, так вот, мочевой камень во Вьетнаме, в городе Хо-Ши-Мин, у него нет денег на хостел, поэтому он ночует на улице. И у него украли телефон. Друзья, у мочевого камня украли телефон. Поэтому, если у вас есть лишние средства, помогите мочевому камню и... скиньте ему какую-нибудь денежку. Ему нужен телефон, друзья. Телефон. Мочевому камню нужен телефон. Так, МС Коняга в здании. Я думаю, я в сторис потом скину карту мочевого камня. Если вас интересует, и какую-нибудь историю из его жизни, если вас интересует, вы можете ему помочь, чтобы он продолжал выкладывать свои охуительные истории про то, как он ласкает тайского бомжа, и, ну и все вот эти вот охуенные вещи. Мочевой камень, мочевой. Так, мне подождите, Кирилл написал. Раз Кирилл написал, что он начал канал Мочевого камня, сейчас я вам ссылочку на канал тогда скину. Или скинуть вам ее в сторис. Давайте, ребята, определитесь, скинуть вам ее сюда или в сторис. Я думаю, в сторис, да? После трансляции. Play Black — это сумасшедший ублюдок, блядь. Play Black — это просто псих, который со стволом двигается 24 часа. Да, мочевой камень — это который гусю дрочил, ты правильно понимаешь. Красавчик. Красавчик. Респект Обалбиску, Обалбиск, брат. Мы храним твою честь от посягательств. Не ссы. Все пройдет, как из пепла дым. Привет, Уссурийска. Уссурийск, привет. В Уссурийске охуенно, в Уссурийске нет комаров. Блять, почему в Уссурийске нет комаров? Я не знаю, но это охуенно. Никаких комаров. Пиздатая погода. Я питбуль, у которого нет носа. Как мне найти дичь в этом лесу? Я питбуль, который забыл, что под досом не запустить такую сложную хуйню, как самосознание питбуля. Ух! Самосознание питбуля. Питбуль проснулся и увидел рассвет. Питбуль уснул и увидел закат. Питбуля больше с нами нет, но ты узнаешь питбуля по румяным глазам. Друзья, one moment, мне нужно отвлечься на секунду. Дело в том, что звонили деньги. Так, друзья, есть, например, такая идея сделать свежевыжатый грейпфрутовый сок, но еще и с морковкой. Как вам такая? $250 человек меня смотрит, 297 лучшие, 300 лучших человек сейчас с нами. Топ эфиров, друзья мои, топ эфиров, мы с вами топ эфиров. Так, что, друзья,
Когда фит с Ленина пакет? С Ленина пакет. Не знаю, когда с Ленина пакет, но с Иваном Смехом вроде бы должен быть скоро. Так. Ну, по крайней мере, я записал ему капы, там, как он сам решит. Друзья, вы не понимаете, все это масонские проделки. Если вы читали протоколы сионистских мудрецов, то вы должны все понимать. Если вы этого не читали, то почитайте, и у вас все станет на свои места. Шнуров это, блядь, ну вы понимаете, протоколы сионистских мудрецов, почитайте, все будет вам понятно. Кто такой Шнуров, кто такой Обла. Новый альбом Облы я прочекал, да, очень скучно. Это один трек. В прошлый раз тоже был один трек, но получше был трек. А теперь это просто один хуёвый трек. Так. ЖК Джо лучший. ЖК Джо умеет делать флип, он тверд. Так, чё, блядь, будем делать сок? Или вы все уже осели? Вы селезни, блядь. Вы ебаные селезни, о чем речь, блядь? У вас пенис, блядь, как штопор. Селезни ебаные. Что? Нет, я не хочу говорить, что вы все селезни. Но, как минимум, часть из вас – это ебаные селезни, поэтому… Поэтому, воу-воу-воу, давайте, ребят, полегче, пожалуйста. Вы селезни, сам ты селезень, ты селезень, блядь, сельский селезень. Чё вы, блядь, сам ты селезень, слышь, сельская вата, ватрушка, блядь, селезнем, ты… Кучерявое уебище, слушай сюда, ты селезень. Не Седрик Диггери, не Салазар Слизерин, ты селезень, сука. Да, девочки это селезенки, а мальчики селезни. Так что среди вас половина селезней, а половина селезенки. Ну что, у вас есть причины не заниматься кроссфитом, бодишейпингом? Есть или нет? Если у вас нет таких причин, то зачем же ты мне лечил, что я чисто как через ад лаю? Я не понимаю. Ты уже как птаха неинтересно, бля, вот это обидно было. Хотя птаха очень интересно до сих пор. Вот именно за птаху было обидно сейчас. Короче, вы не хотите, да, сок делать? Вам похуй на витамины, на минералы, вам вообще и так нормально. Пусть мозг высыхает, будем мясо жрать, куски трупов просто будем из канализации вылавливать, блядь, и жрать, ведь мы мясоеды, да? Понятно с вами все. Давайте, жрите мясо, мне похуй, вы все равно селезни ебаные в моих глазах. Так дела обстоят. Чё, сок будем делать, реально? Всё, тогда нормальная тема, если вы готовы сок делать, а то, блядь, эти
выебываетесь, блядь, типа, нахуй нам сок, блядь, нам и без сока, типа, живется заебись. Кому заебись живется? Вашей печени, блядь. Вашей жопе королевской, без сока, блядь, ничего хорошего не будет. Берем грейпфрут. Отличный, блядь. Отличный, блядь, грейпфрут. И берем морковь. Я купил во вкус или сразу чищенную. И мытую. Вот. Топ снэк. Сок без мяса, деньги на ветер. Смешно. Четко простебал ебучих мироедов, мясоедов. Простебал или простебал, я не знаю, кто написал, не заметил. Снэк. Нахуй чипсы, сухарики. Когда есть морковь, блядь. Это же ебаная морковь, она пиздец какая вкусная. Вы ебанутые, нахуй виски. Ешки, кокс карибский, когда есть ебаная морковь, пиздец какая она охуенная. Блядь. Вы не смотрите, если морковочка маленькая, кажется, что не козистенькая, да? Такая же вкусная. Курим жирные члены, Янтак. Поскуриваем морковь, блядь, взрываем. Был бы ноутбук, я бы сейчас включил еще трек бы и флексил бы под него. Но если флекс есть в тебе, тебе не нужен ноутбук. А откуда вы знаете панчлайн про нераскрытые фисташки? КВН новый не смотрел. Посоветуйте хороший КВН. Хорошо провести с тобой утро. Уже не утро.
Уже обед. Вот мы обедаем. Да, давайте. Ладно, ладно, сейчас приготовлю сок, что ты кричишь. Паршок. Давайте действительно приготовим сок, а то вы что-то обленились. Морковочку увидели и закайфовали. Это не дело, конечно. Сейчас будем готовить сок. Так. У меня есть кружка. У меня есть все необходимое, считай. Но для приготовления сока мне нужны другие очки. В этих я, конечно, готовить сок не могу. Это недостаточно стильно. Шикарная картина. Спасибо, Саша Исова. Хайрабаса. Аквамариновые будни. Давай не будем с тобой клубнем картофеля, а прорастем туда, где аквамариновые будни. Так, друзья, я пошел очки менять. Так. Так лучше? По-моему, намного. Нам нужен нож для начала. Да. Плавчиха, 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 демоница, плавчиха, демоница, плавчиха, депутат, и плавчиха, демоница, и плавчиха, депутат. Кто из вас плавчиха? Кто же мне расскажет? Плавчиха, динамит, плавчиха, депутат, плавчиха, динамит. Плавчиха депутат, плавчиха динамит и плавчиха депутат, плавчиха динамит. И плавчиха депутат.